Вот жарим щучьи потроха с лучком. Которые до этого, да, были у нас из ветчины, из щуки. Вот таким образом мы вот с луками жарим, обжариваем на плите. Где-то, ну, в течение 10 минут все это дело обжаривается. И тут на сегодня это очень мало. Ну, как-то так получилось, потому что рыбы мало. Отлично. Ну а так обычно это бывает очень много. Целая сковородка, то есть хватает на 3 или на 4 человека. Стоп.